сейчас мы делаем, мы делаем все на тебя. Давай, давай. Все места названы цифровые. Уже с бумагой не работают, а цифрованные. Все рабочие места. И мой стаж 14 лет. А сколько на работе? Ну, в среднем. И за счет мат-модели у нас мат-модель обеспечивает более точную стыковку. У них есть один вопрос. Значит, случай технологического цикла. Мы кратно повысили наш экономический суверенитет. Ведь на что рассчитывал наш противник? Что мы рухнем через 2-3 недели или через месяц. Вот что. Вот на что был расчет. Расчет был на то, что остановится предприятие в связи с отказом наших партнеров работать в экономической сфере вместе с нами. Рухнет финансовая система. Тысячи людей, десятки тысяч останутся без работы. Выйдут на улицу, будут протестовать. Россия будет раскачана изнутри и рухнет. Вот на что был расчет. Этого не произошло. Оказалось, и для многих из нас, и тем более для западных стран, оказалось, что фундаментальные основы стабильности России, они гораздо прочнее, чем кто-то раньше об этом думал. Thank you.